Так, тут у нас смотрим who is who. Ну, судя по паутине, видно, что это Спайдермен, он же Человек-паук. Так, о, кстати, очень интересно паутина. Она здесь сделана на такой вот веревочке, вообще на ниточке. То есть здесь реально на ней можно будет болтаться. И вот ниточка вроде не распускается, тут детальки, то есть можно цепляться к другим элементам Лего, да? И получается здесь серый как раз костюм, красные перчатки, все отлично одевается. Это может быть какой-то мультик, типа там Майлз Моралес или что-то такое. Так, по пауку, да, это вот как раз, видимо, паук-подросток, может, из этого мультика. Что у нас здесь? Такие кроссовки, да, получается, что Nike, да, кстати, коллаборация, да, видимо, здесь паук, толстовка, видимо, какой-то бейджик, но это, видимо, он из универа или что-то такое. Так, тут будет капюшон одеваться, и сзади просто замятая толстовка. Такой минимализм, но выглядит фигурка очень круто. Так, собственно, одеваем вот этот как балахон. Да, даже голова здесь вращается немножко. Так, и, собственно, в руки можем дать ему паутину вот эту. Ну вот. Вот так вот он может висеть. В принципе, там и как ногами и так далее. Ну, удобно. Кстати, здесь вот из серии, что веревочка очень необычная, потому что бывает такой пластик достаточно жесткий. А здесь получается вот Человек-паук с паутиной. По сути, вот эту паутинку можно здесь закольцевать вот так. Получится она из двух... Ну, можно прикольно, как лассо там кидать или еще что-то. Удобно. Вопрос, как бы расплетется эта веревочка или нет. Хотя пластик тоже может там и треснуть или еще что-то. Ну, вдруг там... В принципе, фигурка классная. Мне очень нравится.